Ежегодный культурно-благотворительный проект «Шатер Рамадана» вновь собрал многочисленных гостей. Организатором выступило Духовное управление мусульман Московской области. Так, на одном из вечеров священного месяца Рамадан побывала и наша съемочная группа. Рамадан – священный месяц для мусульман. Это 30 дней обязательного поста и один из пяти столпов ислама. На протяжении всего месяца мусульмане Москвы и области вместе с представителями других вероисповеданий и культур собираются на одной площадке – в шатре Рамадана, чтобы совместно погрузиться в атмосферу этих священных дней. В шатре Рамадана было порядка тысячи гостей. Это представители правительства Москвы и области, духовные лидеры конфессии, а также гости от различных общественных организаций. И, конечно, прихожане. Помимо этого, на мероприятии работали более 30 волонтеров. Некоторые принимают участие в этом проекте не первый год. И главную причину своего участия называют, не задумываясь. Это прекрасный светлый месяц. Это замечательные люди, которые находятся рядом. Это желание сделать что-то полезное, хорошее. Для мусульман, для всех людей, для Москвы в каком-то смысле. Во время Рамадана мусульманам заповедано от рассвета и до захода солнца воздержаться от еды и питья. Поэтому и в шатре только с закатом всех желающих пригласили разделить праздничный ужин – ифтар. И стоит отметить, что многие присутствующие предпочитают провести все вечера священного поста именно в шатре Рамадана. Держу уразу каждый день и каждый день прихожу сюда. Как всегда прекрасно, как всегда очень хорошо. Настоящий ифтар, молитвы читали. Напомню, всего в Московской области проживает более 700 тысяч мусульман. Председатель Духовного управления мусульман Московской области отметил, что с каждым годом на подобные вечера их приходит все больше, а также сказал о необходимости существования этого шатра. Через вот призму таких вечеров мы стараемся рассказать о культуре и традиции мусульманских народов. Она довольно-таки многочисленна, в том числе и наше Подмосковье, оно многонациональное, многорелигиозное. И вот подобного рода мероприятия, они позволяют нам познавать друг друга. Тем самым мы укрепляем свои добрососедские отношения, которые испокон веков у нас в Подмосковье, на территории наших разных городов и районов процветают. За более чем десятилетнюю историю шатер Рамадана стал олицетворением истинного мусульманского гостеприимства. Расположен он у мемориальной мечети на Поклонной горе. И это стало уже традиционным местом для сбора мусульман во время поста. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.